ЛГГ вам не нужен. Менеджер по напиткам нужен ли Фибоначчи этим занимается? А я менеджер по напиткам. Вот, если не лень, то менеджерю. Остались какие-нибудь сферические коврики от ГГ? Тогда ковры-то есть. Заходишь в магазин, смотришь, там работает гладь, например, ковер. Отличная игра твоего противника. Слоупок наш кандидат, скорее всего, есть. Санфиш, привет. Реквестирую розовый ГГ, говорит Тей. Да был же ГГ Герлос, можно было пользоваться. Итак, Лимей против Спейла. Спейл, кстати, разрабатывал первые версии приложений для, ну, для планшета, для iPad. Гудгеймовское приложение текущее. Оно мега древнее, но вот как раз Спейл его делал. Не помню, года 3 назад, кажется. Вот. А, нет, его уже потом переписывали. Или переписывали айфоновское, писали айфоновское. Короче, не помню, если честно. Но вот он был первым разработчиком. Какой сейчас, не помню точно. Вот, он был первым разработчиком с именно приложения мобильного на iOS гудгеймовского. Вот. Не знаю, где он сейчас работает, но, насколько я понимаю, он какой-то тоже тимлид по мобильной разработке. Где-то в Москве. Сокол там пишет: «Тей, для твоей красоты одного розового ГГ не хватит», и ставит сердечко. Я рассказал вчера своей благоверной, она тоже не знала, что такое вертолет. То есть, когда Сокол врывается в конференцию, то есть там Оля в конференции с подружками, и он врывается на заднем плане, показывает вертолет. Вот. Внимание Сокола, судя по всему, хватает на всех. Он тут как бы... Что, Вивоби? Да. Это то, что ты подумал как раз. Именно так. Я тоже удивился, не сразу понял. Но один наводящий вопрос, и... Именно это он и делал. Да, Ареоныч, именно так. Хоть продемонстрировал или стрелял. Нет, я... Спейл послал футмена на харасить виспов. Нужен клипчик, говорят. Да, пикселями там закроем, если что. Ладно. Неприятный очень харас, вот всегда бесил. Если хватает внимания тебе и крепится, и харасить футом, то просто прекрасно можно эльфа достать. Сильно ты не теряешь, только немножко в скорости крипинга, но это не так много, в конце концов. А вот эльфу приходится отвлекаться серьезно. То есть ему тоже нужно вырабатывать привычку. Ну, контролить виспов, отбиваться. Не знаю даже, за кого здесь болеть. С одной стороны, или Мэй тоже за постоянный и игрок, и пользователь, и совсем недалеко живет. Ну, как далеко, конечно, но все равно с русскоговорящий, в общем. Former USSR, или как он там называется. С другой стороны, Спейл. Армию игрока атакуют. Ладно. Одна часть, отвлекаюсь просто. Хорошо. Хантерс Холла почему-то нет. Может быть, завтык? Может быть. Может быть. Скорее даже завтык все-таки. Ну, уже пора. Вот как раз сейчас тайминг уже Хантерс Холла. Серединка Т2. Да, пошел вместе с магазином. Судя по всему, он отвлекся. Да, ну, Башу, я буквально держусь. Просто как бы и надо, с одной стороны, читать, смотреть, что интересно в чате пишут. С другой стороны, иногда сам туда погружаешься, и все.
Спейл играет с одной базы. Арифлов. Странный товарищ Престон уже в середине второй катки ливает. Тайминговый магазин. Ферма интересная. Неужели он будет тратить время эту ферму убивать? Спейл, судя по всему, собирается нагу взять. Да, убивает. Т2 готов, магазин. Ну вот, Хавк... Хавк не стал бы, наверное, делать магаз в такой ситуации. Ой, можно подблочить. А, хорошо. Если бы она побежала, поползла бы наверх, можно было подблочить, окей. Правильно среагировал эльф. Арканка очень поздно у Спейла. И очень подставляется АМ. 5 арчей, 4 футмена. Здесь АМ в зоне риска. Прям вот подходит и сразу получает. Фута бы спасти, вот тоже. Ну... И Нага тоже подставляется. Нет, Спейл тут теряется, к сожалению. Телепорт. И Димка убегает на последних хитах. Расклад крайне плохой. Потеря телепорта, потеря второго героя, потеря инициативы. И глухая застройка, которая не позволит в ближайшее время выйти. Насколько... Нет, подождите, он выходил уже. Видимо, здесь есть проход. Восстанавливает нагу не сразу. Денег не хватало. Да. Армию игрока атакуют. И Лемей крепится на магазине, выманивает. Ну, Спейл, собственно, то же самое делает. Появляются первые рифлы кастера. Беспокоюсь я за Спейла, если честно. Потому что у него плохая ситуация. Тут пошел грейд на Т3. Протектор. Вот этот протектор мне абсолютно непонятен. Ладно бы у тебя не было никакого преимущества. То есть, если бы ты там не развел на ТП, не убил второго героя. Ладно бы там ты наоборот даже потерял там одну арчу какую-нибудь, там вторую арчу потерял. Что, ну, что ты рискуешь, что к тебе придут, будут пушить, и ты не отобьешься. Но Спейл не будет пушить, по крайней мере, в ближайшее время. И этот протектор, это, ну, слив приличного количества ресурсов. То есть никто в здравом уме после вот такого, ну, такой потери без телепорта, с потерей второго героя, сразу не пойдет пушить. Ну, это нелогично. Я думаю, что сейчас Спейл вообще в пассив-мод уйдет и будет крипиться. Может быть, даже подумает над Т3 или над это самое, над экспандом. Ну, может быть, Лемей что-то знает. Ну, типа, как... О-о-о, дирижабль. Серьезно, вот это уже агрессия. Это фишка эльфа против рифлопуша. Да я понимаю, что это фишка эльфа против рифлопуша. Но если у тебя такое, такая хорошая ситуация, то зачем сделать экранопротектор? Армию игрока атакуют. Повторюсь, может быть, он знает, что... В любом случае, как бы плохо все ни было, Спейл будет давить. И так и происходит. Берет свиток, лечение, и без телепорта идет давить. Да, тогда понятно. Тогда правильно все. Протектор стоит. Если как раз он помогает. Есть Демон Хантер, который в инвизе. Подставляется очень сильно Дриада на старте. Мана Берн на Архмага. Дима под Риджиом начинает раздавать. Покуситься мишки еще тут АОФ неприятный. Очень неприятный. И подбегают ополченцы. Может отступить и сверху начинать застраивать. Хотя черт его знает. Вообще имеет ли смысл застраивать человека, у которого протекторы. Футы с дефенсом отлично работают. К сожалению, разваливаются футы от форкета. Даже свиток не было смысла читать. Сейчас можно прочитать, да, читает свиток. Протектор не контролит. Можно было по предстам поатаковать.
Но ситуация для Спейла очень плохая. Да, лимита у него типа побольше, но в целом очень битый герой. Хотя минус 2 арчи. Нет, тут обоюдно так они друг друга убивают. Вот почему протектор мне не постреляет тогда по пристам, раз уж... Просто он что по героям штрафуется, что по рефлам он штрафуется диким образом в 2 раза. А по пристам он наносит, ну, суммарно получается в 3 раза лучше, чем по рефлам. Ну, в 1,5 раза больше урона базового наносит. Все такое красное, протектор работает. Не вижу, как этот пуш может про это самое... Нага падает, это ГГ. Без ГГ ливает спейл.